Дорогие мои друзья, хочу заснять вот этот уникальный сорт, ярко-ярко-желтый, лимонный. Прям такой цвет, заявлен 200-300 грамм, ну, по-моему, поменьше, наверное. Вот, этот сорт называется Диксон Золотой Гигант. Но так он мне понравился, на вкус такой вкусный. И вот у кого больной желудок или печень, ведь рекомендуют есть вот такие желтые томатики. Очень-очень понравился. Мы его уже ели, сняли. Уже семена уже на него готовые уже. Вот, ну прям прелесть какой. Диксон Золотой Гигант. Ну, на гигант он, конечно, еще не похож. Но уже больно желтые, красивые. Я, в общем, люблю желтые. Сажаю их, конечно, поменьше, чем розовый крупный, но вот этот удивил, порадовал очень. Вкусовые качества, вкусные, такой мясной, он сахарный такой. Вот тоже хороший сорт, очень нравится. А из желтых сортов вот еще это желтое сердце Аладдина. Ну, что-то тут я так-то сердечков не вижу. Чуть-чуть только у него такой, но тоже замечательный, мясной, вкусный, сладкий. Вот, семена тоже уже на него готовые. Это уже вот остатки. Я думаю, дай засниму. Очень плохо загружаются все видео. Он какой там крупный спрятался, вот этот. Ну, хороший сорт. Он прямо это до самой макушки вяжет. Хороший сорт. Желтое сердце Аладдина. Он прям до самой верхушки. Вот это сердцевидное. Некоторые сердцевидные, а некоторые просто вот крупный какой. Да, самый крупный у меня был 800 грамм. Вот, желтое сердце. Семена уже на него готовые уже все. Вот, это вот просто я висят, жду, когда они все пожелтеют, буду снимать. Я люблю кушать их, так как они очень полезные, желтые сорта. Друзья мои, кто-то спрашивал у меня, кум, почему вы кум? Кум, вот кум висит, вот бирочка, самодельной бирочкой. Так мне, значит, было удобно. Вот он кум, он красный, он не розовый. Вот кум такой, крупные, 300-400, самый крупный 600 грамм был. Вкус тоже замечательный. Вот этот у меня кум. Всё, семена тоже уже готовые. Все. Разные есть покрупнее, есть помельче. Кум. Замечательный сорт кум. Шары мои висят. Минусинские шары висят. Минусинские шары. Вот так висят. Больно не хотели, краснеть они. Вот. Весь низ тоже сняла. Но действительно шары. Они мне очень нравятся. Они удобные такие. И в транспортировке вот. Хорошие вкусовые качества, замечательные. И лёжкость у них хорошая. И крупность, и крупный. Вот этот шар, действительно, это грамм 700. Самый крупный был 900 грамм. Минусинские шары. Вот коротко прям сняла, потому что видео длинное, вообще не загружается. Но уж девочки очень просили показать вот эти желтые сорта. Клематис красавчик, конечно. Все, девочки, телефон мой будет под этим роликом. А так могу сказать телефон. 8-927-44-55-957. Город Казань, Татарстан. Меня зовут Надия Талгатовна Минубаева. Мои дорогие, спасибо за просмотры, спасибо за комментарии, советы даете. Всем пока, всем мира и добра. Пока-пока, мои дорогие.